Конкурс прыгажосці, грацыі, стылю. Упершыню ў рэгіёне абяруць міс і містэра Гомельская вобласць. На заключны кастынг канкурсантаў у цэнтры моды і прыгажосці «Хрустальная німфа» адправілася і наша здымачная група. Кастынги областного конкурсу «Мисс и мистер Гомельская область 2019» почалися на первом тыдні этого года. Хлопцы и девчаты из разных кутков региона приезжали на отбор у Петрика, Жлобин и Брагин. Апошняя махчимость трапить у лик финалистов кастингу Гомелі. Организаторы кажут, что некоторые районы навод проводили внутренние отборы сярод претендентов еще до встречи с профессийным жюри. Мы решили внести немножечко свежие нотки и провести этот конкурс совместно с парнями и девушками. Это будет интересно, это будет по-новому. Изюминкой этого конкурса будет то, что каждому участнику необходимо будет подготовить небольшое видео, такой рекламный ролик какого-то уголка своей малой родины, о котором никто не знает. То есть таким образом интересно пригласить гостей приехать в тот самый уголочек. Одинае строгое потрабаванне до удельников – узростовое обмежаванне от 18 до 30 годов. Были рекомендации до росту, выше за 170 сантиметров. Головная задача – знайсти харизматичных, творчих, усебакова развитых людей, которые могут ярко презентовать себе. Стиль некоторых конкурсантов одразу притягивал увагу жюри. Ну, мне нравится эстетика старых времен, когда джентльмены ходили с усами, очками и аккуратными прическами. Вот. И я, наверное, придерживался чего-то подобного. Большинство из тех, кто пришел на кастинг, это студенты. Кто-то не в первый раз принимал удел у подобном споборництве, инше ледь стремливает свои эмоции. Непередаваемые эмоции. Ну, вообще очень переживал на самом деле, но ничего страшного там нету. Что страшного? Спрашивали, откуда, ну, я сама рассказала, откуда я, чем увлекаюсь. Спросили, не расстроюсь ли я, если, например, я проиграю, и достойны ли у меня конкурентки. Я участвовал в конкурсе «Мистер Спартак» 2 года подряд и участвовал в конкурсе «Мистер Гомель» тоже 2 года подряд, 2017-2018 год. Мне просто интересно что-то другое еще попробовать, чтобы не было все однообразным. Почему не научился раньше в конкурсах, чего от этого ждешь? Быть более смелым на сцене, как бы не стесняться людей, но жду просто хороших эмоций себе. Традиционно больше активными удельниками кастингов стали девчины. Их на отбор пришло около 50. За звание мистера вырашили позмагаться 20 хлопцев. У финал трапить по 12 представников. Заключное шоу пройдет 30 соковика у областным громадско-культурным центре. Познаемиться ближе с финалистами и поглядеть их авторские видеоролики про малую родиму можно будет у выпусках программы «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь 4». Ганна Каральчук, Алексей Немкевич, Андрей Иванов. Телерадиокомпания «Гомель».